Всем привет, ребята! Ну что ж, а мы играем в Roblox Magnet Simulator. И сегодня нам нужно будет собирать монеты с помощью магнита. Но магнита у меня, получается, нет. Или, смотри, так, а у меня здесь же магнитик нарисован какой-то. Сейчас зайдем и возьмем магнит. Да-да-да. А где здесь магазин с магнитами? Тикс. Это что такое? Рик, слушай, алло. А, продавать здесь можно, да, эти монетки. Сейчас найдем, где магазинчик с магнитиками. Я не понял. Так. Сэндленд. 200 тысяч коинс, монет, офигеть, дорого стоит. Хорошо, у меня магнита нету, я так понял. Мы начали игру вообще без никакого магнита. Это что такое? Это просто помещение. А где магазины? Алло. Короче, а что, он через воду пройдет? А, типа такая вода, конечно, ну ладно. А где магазин вообще? Я не понял. Вот это магазин с магнитами, нет? Да. Вот. А, получается магниты. А, сколько обычные стандарты стоят? 0. Так, 150. Ну давай, ладно, возьмем за 0. Почему? Все, купили. Так. Блин, мы его сняли, что ли? Так, ладно, может тут рюкзачки купить? А, мне еще нужно рюкзак купить, да, получается? Питомца. Ага, питомца, они все, короче, за деньги. Шляпы. Ладно, у меня пока денег нет. Как активировать этот магнит? Алло. Эквивалент. Ну. Так. Почему у меня есть рюкзак? У меня есть магнит. Но я не могу собирать. Ох, фига, так можно даже сделать. Но у меня не собирается. Ах ты черт. Такс. В смысле, почему? А. Вот как надо было нажать. А ну подожди. Блин, забрал магнит. Ой, этот самый монетку. Офигеть. Это так. Медленно он собирает? Хорошо. У меня 5 монеток. Собираются они весьма быстро. Ой, ё-моё! В смысле? Куда я упал? Вы видели? Это что такое было вообще? Куда я провалился, это я не понял. Через текстуры? Так. Ладно, давай, добиваем 15 монет. Продаем их. Да, сел. Продать. Чувак, давай. Дай денег мне. 15 монет. Офигеть. А сколько там стоил магнит самый такой более-менее? 150, 250, 650. Офигеть они. Продаются, какие они дорогие. О, супер, спайс магнит. Это космический магнит какой-то. 400 монет, очень дорого. Хорошо. Так, что у нас там? 150? Угу. 150 монет. Офигеть, вы что, ребята, 150 монет? Это мне сколько эти собирать монетки эти? Примагничивайся. А если я просто буду бегать, они будут... Слушай, просто бегаю и собираю. Блин, опять я упал.
Что за фигня? Тут какой-то баг в этой игре есть, я так понимаю. И персонаж проваливается. Фигли! Фигли, он провалился! Блин! Как так? Немножко она недоработанная. Недоработанная она капец какая. Но у меня есть магнитик. Будем... О, смотри, тут можно даже прыгать, а ну. Я хочу попрыгать. Я хочу попрыгать, ребята, я уже задолбался эти монетки собирать. Хочу просто прыгать. По тропинке идем и смотрим. Зеленый остров. Стоимость 3500 монет. Офигеть. Да, конечно, у меня столько монет нету. Cancel. До свидания. Интересно, я провалюсь куда-нибудь опять? You back spice full. Продать. Продать монетки. 30 монет. Офигеть, мне нужно что-то побольше. Какой-то рюкзачок. Тоже 150 монет стоит. Да нафиг. У меня столько нету денег. У меня три... Я собрал только 30 монет. А это что такое? Интересно. Типа яйца какие-то, но они никак не реагируют. Ни на что. Ладно. Дальше собираем. Попробуем насобирать эти 150 монет за сегодня. Они, видишь, магнитятся, смотри, монетки. Слабо, конечно, но примагничиваются. Вот с таким мощным магнитом. Но. Магнит, конечно, не супер мощный, но ладно. Алло. В смысле ты так долго примагничивался? Еще можно взять питомца, купить. Он, кстати, 200 монет стоит. Столько у меня нету, извините меня. Так, продавайте, продавайте. 45 монет, спасибо. А, реальные монеты? Блин, 45 монеток всего лишь, это мало. Это чтобы прокачать магнит, я должен, ребята, бегать. Тут целый... Это что, за деньги, что ли? Блин, деньги лежат, смотри. Реально деньги... Но они не магнитятся. Ах. К сожалению. Ладно. Можешь попрыгать немножко. Прыгаем, 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 прыгаем. Ладно, попрыгали дальше. Не, хватит прыгать. Мне нужно монетки собирать, а не прыгать. Алло. А, смотри, опять я через текстуру какие-то выпал. Ладно. Берем магнит. Надо запомнить эти места. Где здесь с багом, где падает мой персонажик. Возле батута вроде все нормально. Я уже не помню, где я бегал. Ага, вот здесь возле дерева баг. Офигеть. Я даже так прыгать умею. Так, 60 монет. Короче, возле этого дерева, возле той елки, реально баг какой-то. Персонаж там куда-то падает все время. О, фига монет сколько. Я аж 3 монеты собрал. Поэтому к этой елочке мы не подходим нафиг. Иначе мы можем упасть. Я упал опять. Там реально такая дырень большая, что ли? Или что? Мне прям интересно. Я сейчас еще раз попробую. А, моя монета. На, нифига, чувак. Чувак расстроился, пошел на батутах прыгать. Вот здесь, короче... Дыра, смотри. Где-то... Вот, вот, вот. Где-то возле этой елки дырень. Но я запомнил. В следующий раз я туда не побегу, наверное. Чуваки. Эх, нифига, мы столько мало монет собрали. 60 реальных монет. Я офигею, ребятушки. Как долго здесь надо прокачивать. Прокачиваться-то. У меня уже все опять полный сундучок. 75 монет. И надо мне еще раз только же пройти. Это, наверное, буду проходить уже в следующей серии. Так что, если вам понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока! Доиграем уже в следующей серии. И купим новый магнит. Самый мощный. Ну, может, не самый мощный, конечно. Но хотя бы более-менее. Кевин, привет!
А, вот этот магнит за 150 монеток, наверное, куплю, но уже в следующем ролике. Всем пока-пока.